33-летняя Ольга Бузова приобрела собственное жилье в столице. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» выбрала роскошную квартиру. Телезвезда и певица добилась большого успеха в карьере и стала одной из самых успешных женщин страны. Но все 15 лет работы на телевидении уроженка Санкт-Петербурга предпочитала съемное жилье. Это вызывало недоумение многих коллег по шоу-бизнесу, в том числе и Ксении Собчак, которая недавно брала у нее интервью. Ольга прислушалась к советам знакомых и, наконец, купила квартиру. Ее площадь 200 квадратных метров. Жилье находится в новостройке в районе Мосфильмовской улицы, в Западном административном округе. Дом построили недавно. Вскоре исполнительница хита «Мало половин» приступит к ремонту. Приобретение оказалось дорогостоящим. Цена элитной квартиры составила 120 миллионов рублей, сообщает Супер. В жизни Бузовой есть и взлеты, и падения. Сегодня выяснилось, что ее ресторанный бизнес потерпел крах. На компанию звезды подали в суд. Ответчик потребовал взыскать почти 57 тысяч рублей. Две точки быстрого питания «Басфуд» в Москве закрылись. Сейчас осталась работать только одна, в Петербурге. Ольга недавно дала успешный концерт в Якутске, на сцене которого получила роскошный подарок. Горожане наградили звезду серебряной короной с бриллиантами в 5,5 карата. Бузова в конце 2016 года со скандалом развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым. Она заявляла, что никто не пленил ее сердце после разрыва с супругом.